Всем привет. Меня зовут Николай Морев. Я разрабатываю приложение Почта Mail.ru для iOS. И для тех, кто о нем никогда не слышал, сначала небольшая реклама. Ну, и отчасти это будет вступлением к тому, почему мы решили заняться этой темой быстрого старта приложения. У нас приложение выпускается под двумя брендами Mail.ru и MyMail. Это почтовый клиент, который позволяет работать с любым почтовым сервисом, не только с Mail.ru. И мы существуем в Store с 2012 года, хотя история разработки еще дольше. Это приложение было основано на кодовой базе агента Mail.ru. Практически все это время мы находимся в районе 30-го места в рейтинге бесплатных приложений в русском сторе и на первом или втором месте в категории «Производительность». Ну, это не совсем та производительность, о которой сегодня пойдет речь. Сегодня мы поговорим о быстром старте. Для международной аудитории мы выпускаем то же самое приложение под другим брендом, с другим оформлением, и наши пользователи иногда это замечают. Сегодня я поговорю о нашем опыте по борьбе с медленным стартом приложения и чему он нас научил. Наши пользователи вообще очень внимательны и время от времени указывают нам на то, что для них действительно важно. Вот такие вот отзывы мы периодически получали. К тому же данные аналитики, которые мы собираем, также подтверждали наличие проблемы. Вот здесь показано, что у большинства пользователей запуск приложения занимал в районе 4 секунд. И поэтому в последнее время мы решили больше усилий пустить не на добавление каких-то новых функций, а именно на улучшение качества продукта. И в том числе в рамках этой работы мы занялись ускорением запуска приложения. Кстати, по поводу качество продукта. Мы еще проделывали такую работу по более точному реагированию приложения на качество соединения, и поэтому вопросу был доклад моего коллеги Данила Румянцева на одной из предыдущих встреч Coco Heads. Вы можете найти видео. Ну, сперва давайте посмотрим, как так случилось, что эта проблема стала для нас актуальна. На самом деле, возможно, не для всех приложений она настолько актуальна, чтобы всерьез ей начать заниматься. Во-первых, наши пользователи запускают почту по много раз в день, и, естественно, их раздражает, если она запускается очень медленно. Для приложений, которые запускаются там, время от времени, это может быть вполне терпимо. И так исторически сложилось, то есть в процессе долгой разработки, добавления каких-то новых фич, приложение начинало запускаться все медленнее и медленнее. Вообще проблему производительности можно отнести к классу проблем, которые называют техническим долгом. Именно потому, что они накапливаются незаметно для всех, и зачастую мы случайно добавляем такие проблемы, когда хотим быстро что-то сделать другое. То есть это вопрос расстановки приоритетов. И поэтому эта проблема может быть не столь актуальна для приложений, которые только недавно начали разрабатываться, потому что там просто еще не было добавлено
достаточно много фич и багов. Процесс накопления технического долга, он довольно естественный. В приложении постоянно добавляется новый код, и часть из этого кода действительно необходимо выполнять на старте. Такие вещи, как запуск системы логирования, запуск сервиса аналитики, запуск библиотеки для отправки крышей и, конечно же, действия, которые непосредственно приводят к цели запуска приложения, в нашем случае к показу списка писем. А другая часть какого-то кода, который выполняется на старте, может быть туда добавлено совершенно случайно, просто по недосмотру. Например, в нашем приложении так случилось, что мы настраиваем внешний вид для всех экранов приложения на запуске, даже для тех экранов, которые не должны показаться прямо сразу. И, как оказалось, это вносит определенный процент в задержку. И все эта проблема осложняется, самое главное, тем, что каждый раз с каждой такой новой добавленной функцией время запуска растет очень незначительно. И даже при ручном тестировании тестировщики не могут заметить, что время выросло. Да и даже при использовании специальных инструментов типа тайм-профайлера мы не всегда можем заметить такую малюсенькую-малюсенькую задержку. Собственно, вот этот график — это один из результатов нашей работы. Он показывает именно это, как задержка на старте приложения растет постоянно и медленно. А дальше я расскажу, как такой график вы можете тоже построить для своего приложения. Прежде чем начать, необходимо поговорить о том, как построить сам процесс работы над улучшением скорости запуска. Всем известно главное правило оптимизации, преждевременная оптимизация – корень всех зол, поэтому прежде всего необходимо определиться с главными вопросами. Что именно мы оптимизируем, как пользователи почувствуют эффект от оптимизации, как вы поймете, привело ли изменение, которое вы сделали, к поставленной цели или нет. И вообще сперва неплохо бы убедиться, что задуманная оптимизация в принципе достижима, потому что ограничения могут накладываться какими-то внешними факторами, на которые вы не можете повлиять. Мы выбрали для оптимизации, начинаем отвечать на эти вопросы, мы выбрали для оптимизации следующий сценарий. Приложение выгружено из памяти, пользователь до этого уже был залогинен в почтовый ящик и при загрузке попадает в список писем в папке «Входящие». Вот примерно так это выглядит для пользователя. В идеале, в результате всех оптимизаций у пользователя должно пропасть ощущение тормозов на старте. Чтобы этого добиться, мы подходим с двух сторон. Во-первых, стараемся сократить время запуска, конечно, но второй вариант мы можем с помощью различных визуальных приемов создать ощущение быстрого запуска. И мы использовали оба этих варианта. Здесь я буду говорить только о технической части, но несколько советов по улучшению субъективного восприятия можно будет найти в моей статье по этой теме, про которую я в конце скажу. Как мы измеряли эффект от оптимизации? Конечно же, там тайм-профайлер, он использовался и для поиска мест, которые потенциально можно оптимизировать, и для оценки эффекта от оптимизации. Кроме того, мы использовали логи, встроенные в приложение.
Естественно, чтобы все измерения были максимально полезными, все испытания проводятся на релизной сборке приложения, в которой нет различных рантайм-проверок, которые могут замедлять время выполнения. И, естественно, надо выбрать для тестов самое медленное устройство, которое у вас есть, чтобы проблемы были лучше заметны. И ни в коем случае не симулятор. Ну и, наконец, чтобы проверить, до какой степени мы потенциально можем уменьшить скорость запуска, чтобы понять теоретический предел улучшения и решить, есть ли вообще смысл заморачиваться, мы создали простое тестовое приложение, реализующее самым простым способом ту минимальную функциональность, от которой мы никак не можем отказаться. Во-первых, оно выполняет какой-то минимум кода для инициализации UI-кита и различных системных объектов, там UI-application, что там еще выполняется. Во-вторых, мы туда просто добавили один экран с заголовком вверху и со списком, с пустым набором ячеек, который имитирует список писем. Вот у нас получилось, что теоретически возможная оптимизация где-то порядка 2 секунд. Конечно, это очень такой оптимистичный вариант, но мы, по крайней мере, знаем, что у нас есть какие-то возможности что-то улучшить. Начинаем оптимизацию. Первый этап, о котором мы поговорим, это первый этап запуска приложения от нажатия на иконку приложения до того момента, как управление будет передано нашему коду в application will finish launching или где-то около того. На самом деле этот этап может занимать значительную часть от общего времени. Вот здесь примерно показано, сколько времени занимает запуск до вызова функции main и сколько все остальное. Плохая новость в том, что в профайлере вы не увидите почти никакой информации по этому этапу, так как здесь всю работу выполняет операционная система. Хорошая новость заключается в том, что все-таки есть некоторые способы повлиять на этот этап. Очень подробный рассказ про первый этап был на WWDC в этом году в замечательном докладе «Optimizing App Startup Time». Там очень подробно рассказано обо всем, что происходит на этом этапе и что мы можем с этим сделать. Я перескажу очень коротко только основные моменты из него. Что происходит на этом этапе? iOS загружает исполняемый код приложения в память, производит над ним необходимые манипуляции, сдвиг указателей, привязка указателей, ссылающихся на внешние библиотеки, проверка подписей всех исполняемых файлов, и затем выполняются методы load и статические конструкторы. Часть из этих методов могут находиться в вашем коде, а часть в системных библиотеках каких-то. Для примера я привел диаграмму, сколько различные этапы занимают в нашем приложении. Такую же статистику вы можете получить и по своему приложению, задав перед запуском переменное окружение dyld.printstatistics. Соответственно, основные рекомендации здесь сводятся к уменьшению этих этапов. Как же это сделать? Это слайд, который я взял прямо из Apple-овской презентации, который вкратце суммирует, что нужно делать. Нужно, чтобы у вас в приложении было меньше кода. Тогда оно будет запускаться быстрее. Нужно сократить количество собственных динамических фреймворков. Они загружаются намного медленнее фреймворков системных,
потому что системные фреймворки заранее оптимизированы Apple. И в качестве оптимального количества собственных фреймворков в презентации давалось число в районе 5. В нашем приложении всего один динамический фреймворк, в который мы выделили код общий для приложения и для экстеншенов. И главным образом это было сделано не для ускорения, а просто для уменьшения размера приложения. Но, в принципе, мы могли бы вообще не использовать динамические фреймворки. Кстати, если вы используете Swift, то он как раз добавляет в районе 5 динамических фреймворков, которые, ну, скорее всего, не считаются как системные. И получается, что использование Swift добавляет свой overhead. На этапы Rebase FixUps и Binding FixUps и Objective-C Setup влияет количество символов Objective-C. Поэтому здесь основная рекомендация, которая давалась в презентации, это писать большие классы, писать большие методы или переходить на Swift, то есть писать с использованием чистого Swift без Objective-C рантайма, где все статично и не нужно в рантайме делать маппинг между именами классов или селекторов и адресами. Естественно, для уже существующего большого приложения, такого как наше, эта рекомендация не подходит, так как придется много рефакторить. Да и в новых приложениях я бы отдал предпочтение читаемости кода, а не большим классам и большим методам. Все это интересно, но давайте перейдем уже к оптимизации нашего собственного кода, где у нас больше простор для действий. Естественно, мы начали исследование с помощью тайм-профайлера. Думаю, тут никому не надо объяснять, что это такое. Одно из его преимуществ – то, что он показывает не только, ну, сколько времени выполняется ваш собственный код, но и весь код из системных фреймворков. То есть из этой информации тоже можно сделать какие-то выводы и что-то изменить в собственном коде. Не буду рассказывать, как пользоваться тайм-профайлером, расскажу о проблемах, с которыми мы столкнулись. Тайм-профайлер — это крутой, мощный инструмент, но он не решает все ваши проблемы автоматически. А самое главное — это то, что мы не нашли в приложении явных узких мест, от которых можно было вот прям так взять, избавиться, и все проблемы были бы решены. Это очень известная проблема в разработке под названием равномерно медленный код. Она является следствием, в принципе, правильного подхода к разработке, когда мы сначала пытаемся делать работающий и хорошо читаемый код, а потом уже думать об оптимизации. Ну, еще одной причиной Uniformly Slow Code могут быть особенности самой используемой платформы. Например, динамическая сущность рантайма Objective-C тоже добавляет свой overhead, и с этим мы ничего не можем сделать. В некоторых случаях мы видим в профайлере тяжелые части дерева вызовов, но по ним невозможно понять, какая именно часть приложения в них участвует. Ну, примеры таких деревьев вызовов — это layout. Здесь сложно сказать, layout каких именно вьюшек занимает очень много времени. Мы видим, что просто layout. Ну, или загрузка ксибов, где похожая ситуация. Еще одна проблема. Ну, в идеале, чтобы приложение запускалось как можно быстрее, главный тред должен быть загружен на все 100%. Но на графике мы видим,
в некоторые моменты времени провалы, и мы не можем понять, чем именно они вызваны. И тайм-профайлер не дает нам этой информации. Основных причин здесь может быть две. Во-первых, последовательность запуска приложения может быть выстроена таким образом, что мы ждем завершения какого-то действия, например, открытия базы данных, и задерживаем всю остальную работу, хотя это не обязательно делать, потому что она может быть не связана с базой данных. Короче, это плохое распараллеливание в приложении или плохая последовательность вызовов. И вторая возможная причина – это синхронные операции ввода-вывода, как очевидные, типа работы с файлами, так и менее очевидные. Некоторые вызовы SDK общаются с системными процессами по XPC, например, keychain, touch ID, проверка пермишенов на доступ к библиотеке, и такие вещи тоже могут немножко задерживать выполнение. Еще одна проблема, то, что бывает сложно понять общий эффект от какой-то небольшой сделанной оптимизации, так как время запуска очень сильно варьируется от запуска к запуску на как бы одном и том же коде. Например, мы убрали кусок кода, который в профайлере занял 50 миллисекунд, а разброс измерений может быть гораздо больше, как и здесь показано. И непонятно, действительно ли это что-то дало, или это ничего не дало. На что еще можно обратить внимание? Профайлер дает очень много полезной информации, но наша психология устроена так, что очень легко попасть на ложный след. Во время анализа мы больше склонны уделять внимание не тем местам, которые на самом деле занимают много времени, а тем, которые проще понять, или тем, с которыми интереснее разбираться. И это может быть лишней тратой времени. И второй момент, конечно же, мы в первую очередь смотрим на главный тред, потому что результатом запуска должен быть показ какого-то UI. UI выполняется на главном треде, и это нам нужно именно там все оптимизировать в первую очередь. Но фоновые треды, код, который выполняется на фоновых тредах, он тоже влияет на время запуска более существенно, чем мы можем предполагать. Например, в нашем случае была одна сторонняя библиотека, которая стартовала, ну, инициализировалась на запуске приложения и сразу уходила в фоновый тред и там выполняла всю свою работу. И когда мы попробовали ее отключить, эффект был довольно заметным. Вы можете заметить, что большая часть времени расходуются на отрисовку UI и layout, но из трейсов не всегда понятно, на что именно в UI. Там могут быть такие вызовы типа CA Render. Ну, вы, наверное, видели их, если погружались в эту тему. И непонятно, что именно занимает много времени. Практика показывает, что самые прожорливые элементы — это лейблы и любые картинки, в том числе небольшие иконки. Лейблы долго отрисовываются из-за, ну, сложности отрисовки и расчета размеров текста, а картинки из-за необходимости загружать данные с диска и декодировать их. Интересно, что мы обнаружили, что даже если вы не используете картинку, а просто вызываете ImageNamed и куда-то ее сохраняете, это все равно может занять много времени, если у вас очень большое количество таких картинок. Ну, единственное, что здесь можно сделать, это сократить количество лейблов и картинок. Ну и самая главная рекомендация – старайтесь делать все вызовы, все действия, которые выполняются на старте, лениво.
Не создавайте и не настраивайте никакие экраны и вьюшки, не загружайте картинки, если они не будут показаны сразу же после старта. Вообще, пожалуй, это самый действенный способ ускорить существующее большое приложение, где нет явных ботлнеков. Что мы у себя сделали ленивым? Мы сделали ленивой загрузку картинок в процессе настройки внешнего вида второстепенных экранов, то есть именно вот убрали большое количество вызовов Image Name. Мы убрали промежуточный экран запуска. Ну, вы знаете, есть такая практика в Did Finish Launching показывать какой-то еще один launch screen, а в это время в фоне продолжать что-то делать. Обычно так делают, если запуск занимает совсем много времени, и мы не хотим, чтобы наше приложение убили. Вот мы убрали этот промежуточный экран запуска, и мы убрали создание фоновых контроллеров, которые не показывались на верхнем слое. Это меню папок, меню выбора аккаунта, которые появляются только при нажатии на кнопочку. Ну и много другого по мелочи. Это правило делать все лениво относится не только к UI. В принципе, если какой-то менеджер или действие надо инициализировать на старте приложения, подумайте, а действительно ли это необходимо, и нельзя ли отложить его инициализацию на момент после показа основного UI. Во многих случаях не будет заметна разницы с точки зрения функциональности. Еще один одна рекомендация. Пару слов скажу о такой спорной теме, как создание UI в интерфейс-билдере или создание в коде. Как ни странно, XIP-файлы обычно не являются проблемой в производительности, так как создание аналогичного UI в коде занимает примерно столько же времени, а бывает иногда и больше. Там от измерения к измерению время может немножко варьироваться. Об этом, ну, такое исследование было проведено уже давно, вот в этой статье. Там есть пример проекта, с помощью которого вы сами можете убедиться в этом. Я говорил про то, что ввод-вывод может замедлять время старта. Несколько рекомендаций про ввод-вывод. В принципе, чтение запись на флеш-память происходит на современных девайсах очень быстро. Это единицы или десятки миллисекунд, поэтому не всегда стоит над этим заморачиваться. Но бывает так, что ваш или сторонний код может этим злоупотреблять, открывая слишком много файлов на старте. Например, мы обнаружили такую проблему с фреймворком аналитики Flurry и с раскиданными по всему коду вызовами ImageNamed. TimeProfiler не покажет такие места. Они будут видны в нем в лучшем случае как небольшие провалы на графике. И вместо этого можно использовать другой инструмент IOActivity, который показывает все системные вызовы, связанные с вводом-выводом. Ну или аналогичную информацию можно получить, просто поставив breakpoint на функцию open. Случай с вводом-выводом неявным, то есть вызовом каких-то системных фреймворков, иногда можно отследить, обращая внимание на провалы на графике, на графике CPU в тайм-профайлере. И предшествующие им кол-стейки. Ну, там есть отдельный экран, где показан список всех кол-стейков. Находите на графике провал, перемещаетесь немножко перед этим провалом и смотрите, какие вызовы там были совершены. И так можно понять, что именно
замедляет старт. Еще одна проблема, про которую я говорил, как же все-таки понять, какие именно части приложения долго лейаутятся. Здесь нам поможет свизлинг. Мы можем просто засвизлить все методы layoutSubViews, встроить туда логирование времени выполнения этих методов и как бы по этому логу построить красивую табличку, в которой будет видно, что вот у такой вьюшки layout занял столько-то миллисекунд, у другой вот столько-то, и найти там самую тяжелую вьюшку, например. Способы поиска оптимизации, про которые я выше говорил, имеют большой недостаток. Они не всегда позволяют уверенно ответить на вопрос, действительно ли сделанная оптимизация привела к улучшению в целом. Особенно ярко это проявляется, когда предполагаемое улучшение было меньше, чем разброс измерений в тайм-профайлере. Поэтому мы пришли к необходимости автоматически выполнять очень много запусков приложения и смотреть какие-то статистические характеристики, там среднее время, медианное время запуска. Использовать тайм-профайлер для этого, конечно же, не вариант, так как очень сложно оптимизировать его запуск, да и объем информации, который он выдает, слишком велик. Поэтому мы встроили просто логи в приложение. Логи выглядят примерно так. Мы выбрали некоторые ключевые точки критического пути запуска приложения и расставили в них вызовы, которые выводят абсолютное время от старта и время от предыдущего события. Мы использовали эти логи в том числе и как дополнение к профайлеру при поиске мест для оптимизации. Иногда бывает полезно получить представление о том, какое время занимают более крупные этапы выполнения. Так мы можем понять, какому этапу стоит уделить больше внимания в профайлере. Можно строить даже вот такие вот красивые диаграммки, показывающие, как перераспределяется время выполнения разных этапов после сделанной правки. Так мы можем понять, какому этапу стоит уделить больше внимания в профайлере. Можно увидеть зависимости между этапами запуска. Можно понять, какие этапы потенциально можно распараллелить. Поговорим об оптимизации замеров времени старта. В сообществе разработчиков в целом очень много говорится о таких полезных практиках, как Continuous Integration, Test-Driven Development и других практиках непрерывного контроля качества кода, но почему-то очень мало информации о том, как постоянно контролировать производительность. Мы попытались немножко восполнить этот пробел, и одним из главных достижений проделанной работы мы считаем систему, позволяющую непрерывно контролировать время запуска в ходе разработки. Имея такую проблему, мы решаем основную проблему. Имея такую систему, мы решаем основную проблему, которая, собственно, и привела изначально к необходимости серьезно заняться оптимизацией запуска. Вот такой вот график автоматически теперь у нас строится, и мы четко видим, насколько то или иное изменение влияет на скорость, и можем принимать необходимые меры, видя эти сигналы. По сравнению с тем, когда мы получали фидбэк от пользователей, скорость и частота получения обратной связи сократилась в сотни раз, и точность информации увеличилась. Так же, как и с многими другими полезными практиками, польза от
этой практики начинает быть видна по мере эволюции приложения. Расскажу о технической реализации. На каждый коммит в основную ветку репозитория мы запускаем задачу на Jenkins, которая собирает приложение в релизной конфигурации и с включенными профайлинговыми логами, и которая автоматически завершается на последнем этапе старта. Эта сборка запускается на выделенном устройстве, в данный момент это iPhone 5s, и запускается 270 раз. Откуда взялось это число 270? Понятно, что для уменьшения погрешности оно должно стремиться к бесконечности, но тогда каждый прогон будет занимать бесконечное время. Поэтому мы сделали один раз 10 тысяч замеров и рассчитали по формуле определения объема выборки для нормального распределения с ошибкой около 10 миллисекунд, сколько нужно запусков. Кстати, если присмотреться к графику, можно приблизительно увидеть, в какой момент мы переключились с 10 запусков на 270. Можете увидеть здесь? Да, точно, потому что минимальное время запуска резко упало. И далее, сделав эти 270 запусков, мы обрабатываем все данные, рассчитываем их среднюю, медиану, квартили и так далее и тому подобное, и сохраняем информацию об устройстве, информацию о хэш коммита, на котором были произведены измерения, в InfluxDB, и с помощью графаны строим график. Какие инструменты для этого были использованы? Конкретные примеры скриптов я здесь не буду приводить, их тоже можно посмотреть в статье. Здесь просто основные моменты. Как вы знаете, iOS — закрытая система, поэтому для автоматизации установки приложения, автозапуска приложения, скачивания результатов работы приложения обратно, есть два варианта. Либо сторонние утилиты, позволяющие работать по недокументированному USB-протоколу, либо jailbreak, который позволяет заходить на устройство по SSH и выполнять любые действия. Мы испытали оба варианта и остановились на джейлбрейке, так как он проще, надежнее, гибче. В этом варианте нам не нужно привязывать тестовый телефон по USB к конкретному серверу Jenkins. Телефон просто лежит на столе у одного из разработчиков, включенный в зарядку, и Jenkins удаленно на нем запускает все, что нужно. Подводные камни нашего Continuous Integration подхода. После того, как эта система у нас проработала несколько месяцев, мы смогли увидеть некоторые ее проблемные места, а точнее направления для улучшения. Да, теперь мы можем видеть, что на каком-то этапе разработки скорость запуска увеличилась, но не всегда место скачка совпадает с коммитом, который был причиной увеличения. Это происходит из-за небольшой погрешности измерений, которая все-таки сохраняется. И из-за того, что на измерения могут влиять какие-то внешние факторы. Например, какие-то системные процессы, операционные системы, которые параллельно выполнялись, замедляют запуск. Вторая проблема. Даже если мы определили, в каком именно коммите произошло ухудшение, то чтобы понять, что именно нужно исправить, а коммит может быть довольно с большим количеством изменений, нужно
все равно проделать какую-то исследовательскую работу в профайлере, провести эксперименты и анализировать код. Конечно, хотелось бы иметь какую-то методику, которая позволяет снять измерения в тайм-профайлере до и после и чем-то типа диффа их сравнить, чтобы увидеть, что изменилось. Но такого инструмента не существует, к сожалению. Бывает и такое, что производительность ухудшилась после обновления какой-нибудь сторонней библиотеки, от которой мы не можем отказаться и на которую мы никак не можем повлиять. Итак, основные выводы, к которым мы пришли по итогам всей проделанной работы, следующие. Плохо, когда пользователи замечают проблемы первыми, вы должны их опередить и сами что-то сделать, чтобы ее замечать. Когда вы начинаете заниматься оптимизацией, все этапы необходимо формализовать, иначе есть риск оптимизировать не там, где нужно, или, в принципе, потратить время безрезультатно. Тайм-профайлер – мощный и полезный инструмент, но нужно параллельно использовать и другие средства, типа свизлинга, логов и так далее. И контроль за скоростью выполнения приложения должен стать частью вашего процесса Continuous Integration. В заключение расскажу несколько слов о результатах с продуктовой точки зрения, а не с точки зрения разработчиков. Вот я записал видео, как выглядит запуск приложения до и после. Еще раз сейчас запустим. Видео, кстати, замедленное в два раза, чтобы было лучше заметно. Ну, улучшение не прямо такое супер-супер крутое, но все равно нам удалось немного улучшить время запуска. И сложно точно посчитать цифру ускорения по итогам всех работ, так как они затянулись на продолжительный срок, и сама методика измерений вырабатывалась в течение этого периода. Но по приблизительным замерам с помощью тайм-профайлера получается, что запуск ускорился примерно на треть. Вот здесь представлена красивая картинка, собираемая нашими аналитиками по статистике времени запуска. И здесь видно, что количество запусков приложения, попадающих в интервал до 2 секунд, увеличилось в 10 раз после всех работ. Интуитивно, может быть, не совсем понятно, как при ускорении всего на треть этот показатель вырос в 10 раз, но если мы посчитаем взвешенное среднее по всем группам, то получится ускорение примерно 40%, то есть приблизительно одного порядка с данными тайм-профайлера. Ну и самые важные показатели для мобильных разработчиков – retention и удовлетворенность пользователей – тоже немного улучшились. Хотя и сложно делать выводы из таких незначительных колебаний, но мы считаем, что проделанная работа по ускорению тоже внесла вклад в эти показатели. Это отзывы в сторе. Зелененького стало больше. Ну и подробности, моменты, которые я мог упустить в докладе, вы можете найти в моей статье на Хабре. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Спасибо большое. Вы можете тянуть руку, и я тогда буду подходить с микрофоном, чтобы ответить на вопросы. Чтобы передать микрофон.
Спасибо за отличный доклад. Вопрос. Вы когда вот профилировали свое приложение, не замечали такую проблему, что самый первый запуск приложения после установки, он сильно дольше, чем остальные запуски? Да, естественно, замечали. Оптимизировали вы его как-то? И еще вопрос. Вот тот процесс, 2 секунды, которые у вас до мейна, вы все-таки в итоге как-то ускорили или вообще никак не ускорили? Спасибо за вопрос. По первому вопросу, да, замечали, и поэтому нам приходилось делать несколько запусков до тех пор, пока время более-менее устаканится. Так. Делали ли мы что-то с этим? Нет, не делали, потому что основная проблема здесь в том, что очень сложно измерять улучшение в этом кейсе, потому что нужно каждый раз перезапускать устройство, чтобы сбросить все кэши. Это не очень практично. И последний вопрос был про... домейна. На самом деле нет. Нам не удалось ничего сделать там. Потому что на Swift переходить мы пока не начали. Уменьшать количество кода тоже сложно, потому что все функции нужные, все добавлялись с какой-то целью. Вот. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Вы сравнивали как время запуска относительно, например, стандартного iOS-ного приложения почты или других каких-то конкурентов? Примерно как соотносится? То есть быстрее, медленнее? Нет, вот этого мы не делали. Но как бы... Не совсем понятно, зачем это делать. Если как установить цель, к которой стремиться, да? Цель сделать как можно меньше. Привет, спасибо за доклад. Вот в iOS есть режим уменьшения движения, по-русски так называется, который все анимации отключает, или делает их короче. Вот вы проводили тесты на тему того, становится ли быстрее приложение от этого запускаться или нет, или вам наоборот помогает вот то время раскрытия анимации для того, чтобы что-то подгрузить? Нет, это мы тоже не делали. Просто мы ориентируемся на большинство пользователей, а у большинства стоят настройки по умолчанию. Даже не знаю, что мы можем выиграть от того, что мы попробуем измерить этот случай. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос такой. Отличалось ли время запуска, когда вы замеряли при помощи джейлбрейка и когда по шнурку, continuous integration настраивали? Это первый вопрос. Второй. После вашего исследования продолжили ли вы дальше? То есть, возможно, вы внедрили практику глубже, замеряли какие-то отдельные куски внутри приложения, не только на старте. Возможно, есть какие-то UI-тесты и так далее. Спасибо. Так, сравнение джейлбрейка, нет джейлбрейка. На самом деле сравнивать разные устройства между собой, разные операционные системы, разные модели, как мне кажется, не особо есть смысл. Важно именно понять, что на одном и том же устройстве при одних и тех же условиях после оптимизации время уменьшилось. То, что на одних устройствах будет работать быстрее, а на других медленнее, это и так понятно.
тоже не ясно, что мы из этого можем извлечь, какую пользу. И второй вопрос опять забыл. После исследования... Все. Нет, мы эту практику не расширили, пока есть и другие задачи, но, в принципе, ничто не мешает это сделать. Здравствуйте, спасибо за доклад. Я на слайде один момент не понял про рекомендации лучше писать большие классы и методы, а в скобках написано «нет, спасибо». То есть, ну, что лучше, большие классы и методы? Или... Эта рекомендация была дана в презентации ПЛА, это то, что они сами рекомендуют. Именно если вам нужно уменьшить время запуска, и вы готовы пренебречь всем остальным. Но очевидно, что эта рекомендация не очень хорошая, если мы хотим сохранить четкий, структурированный и легко читаемый код. У нас последний вопрос. Все остальные уже в личном порядке, пожалуйста. Николай, спасибо за доклад. У меня вопрос по поводу загруженности устройства. То есть вы как-то замеряли количество установленных приложений, запущенных приложений и запущенную вашу почту? Вот именно это измерение с другими приложениями. Не совсем понял вопрос. Ну вот, замеряли, влияет ли скорость запуска почты на количество установленных приложений на телефоне и запущенных? Нет, эти измерения мы тоже не делали. Ну, опять же, по той же причине, что мы в первую очередь концентрировались на сравнении в одинаковых условиях до изменений и после изменений. То есть нас интересовало только то, на что мы сами можем повлиять.